А действительно ли Гоголь умер? Этот вопрос не покажется абсурдным, если вспомнить эксгумацию его останков. Странная поза, исцарапанная изнутри обивка гроба. Вспомним основные спорные моменты о смерти Гоголя, а вы пока подписывайтесь на канал и забирайте скидку на Литрес в закрепленном комментарии. Жизнь русского классика окутана тайной. Что уж говорить о смерти. Она окружена полными мистики и обывательских догадок подробностями. Причины смерти Гоголя по сей день не до конца ясны. Одни исследователи говорят, что писатель истощил себя чрезмерной аскезой, буквально погибнув от голода. Другие утверждают, что врачи, поставившие неправильный диагноз, переборщили с лекарством каламелью, фактически отравив больного сулимой. Наконец, самой популярной является теория, что Гоголь уснул летаргическим сном, да так и был похоронен, чего, кстати, всегда панически боялся. Эта история превратилась в городскую легенду, и обыватели до сих пор задают вопросы. Был ли похищен череп писателя, занимался ли он при жизни колдовством и вообще?